Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої нашому з вами здоров'ю. Грудень місяць подарував мешканцям півдня просто прекрасну по весняному теплу погоду. Між тим, січень обіцяє бути морозним. Буквально з 30 грудня і весь перший тиждень, святковий тиждень, температурні показники будуть коливатися в межах від 8 до 13 градусів нижче нуля. Саме цей період дуже небезпечний для нашої південної зими, в тому ж числі, тому що масові переохолодження, тим паче святкові дні. Як бути, як берегтися від переохолодження? З цими запитаннями ми звертаємося до експерта. У нас у гостях хірург обласного госпіталю ветеранів Ігор Михайлович Серболов. Ігорю Михайловичу, пане Ігорю, вітаю вас і дякую, що ви сьогодні з нами. Насправді, трохи, знаєте, такий дисонанс, тому що за вікном зараз прекрасна весняна погода, тепла, між тим, це ознаки нашої південної зими, кілька днів, і може завіють і закрутить так, що мало не покажеться, як то кажуть. Як ви вважаєте, у чому небезпека ось таких перепадів температурних, і як сьогодні вже треба себе налаштовувати? Ну, то, что плюсовая температура, это тоже не стоит расслабляться, как говорится, потому что даже при плюсовой температуре в условиях вот именно нашего климата, да, возможно при высокой влажности, возможно переохлаждение, то есть когда на градуснике, да, даже плюс 8, но повышенная влажность и сильный ветер, это является факторами, именно предрасполагающими к тому, что можно и обморозить конечности и переохлаждение получить. Это правда, и неспроста именно вот об этом говорят те люди, которые приезжают к нам с севера и говорят, что у нас, да и не только с севера, из западной Украины приезжают к нам в гости, говорят, что ваша южная зима, она особенная, потому что вроде как солнышко светит, но это еще ни о чем не говорит. Итак, переохлаждение. В каких случаях наступает это состояние? Переохлаждение наступает в случаях, ну, то есть сначала нужно объяснить, наверное, зрителям, что такое переохлаждение. Что такое, да. Переохлаждение – это есть патологическое состояние организма, да, которое сопровождается снижением температуры тела общей и ниже 34 градусов. Все, что ниже, это уже есть патология, сопровождающаяся ознобом, бледностью, синюшностью кожных покровов, да, ну, если уже говорить о более тяжелых случаях переохлаждения, то это уже угнетение дыхания идет, уменьшение частоты сердечных сокращений, то есть, и если это уже совсем тяжелый случай, здесь угнетение сознания идет, то есть, вплоть до летальных исходов. Так. В каких случаях наступает такое состояние? Такое состояние наступает вследствие, ну, опять-таки, длительного воздействия низких температур, да, на организм человека, повышенной влажности, сильном ветре. То есть, если эти все факты еще и суммировать, да, в нашем климате, mm-hmm. здесь, то это все, конечно, приводит к вот таким вот исходам. А какие критичные температурные показатели для человека, вот опять-таки в наших условиях, когда уже надо быть, знаете, настороже? Ну, в наших условиях, опять-таки повторюсь, надо быть настороже уже, когда температура близка к нулю. Так. Потому что действительно подтверждено, что даже при температуре плюс 8 градусов в условиях повышенной влажности может наступить патологические изменения в виде переохлаждения в организме. Но если уже мясовая температура, то, соответственно, ну и каждый человек должен рассчитывать, зная свои возможности организма, да, то есть многие люди закаляются, многие могут себе позволить купание в проруби и все остальное. То есть здесь, так сказать, для кого какие температуры, опять-таки люди, сибиряки, которые не могут и до плюс 50 чувствовать себя достаточно уютно. Да, это правда. Давайте поговорим о группе риска, потому что на самом деле общая тенденция – это все хорошо. Очень хорошо, когда человек здоров, и он знает свое физическое состояние и возможности своего тела. Тем не менее, есть группа людей, для которых вот такие вот переменчивые состояния, температурные, могут быть опасными. К группе риска прежде всего нужно отнести детей, людей пожилого возраста. Ну и, конечно же, это большая группа, к сожалению, в нашей стране сейчас это люди асоциальные, бездомные, да, ну и
особенно в приближении праздников, люди, употребляющие алкоголь. Почему дети? Потому что организм детский, он еще достаточно не сформирован, и процессы теплообмена, теплорегуляции еще не установлены, и то ли это высокая температура, то ли это низкая температура, да, организм ребенка не может дать адекватную реакцию на воздействие внешней среды, и вследствие этого могут быть какие-то нарушения в организме. Если мы говорим о людях пожилого возраста, то здесь главную роль отыгрывают сопутствующие заболевания, нарушения периферического кровообращения, болезни сосудов различные. То есть сахарный диабет сейчас он тоже очень большая заболеваемость в стране у нас, да. Поэтому они относятся к группе риска, да. И, конечно же, люди, которые бездомные, тут все понятно. Если мы говорим о детках, как лучше одевать ребенка для того, чтобы поддерживать нормальное состояние температурное? Ну, одевать и ребенка, и взрослого, в принципе, нужно одинаково. Прежде всего, одежда из натуральных материалов должна быть. Если это шерсть, это вообще идеально, да. Одежда не должна плотно прилегать к телу. Это одно из главных условий. То есть, если слои одежды плотно прилегают друг к другу и к телу, не создается эффекта, так сказать, термоса, да. Вот, нужно одевать так, как капуста. Вот. То есть один слой неплотно пристает к другому, таким образом, чтобы там оставалась воздушная прослойка, которая хорошо сохраняет тепло. Ну и чем больше, тоже как дети могут одеть, мамочки, да, которые очень любвеобильные, закутать, могут дети пропотеть, и опять-таки влажность, и кожных покровов, это конечно хуже. Конечно же, это может вызвать обратную, так сказать, реакцию. Да. Давайте мы поговорим о видах и признаках переохлаждения. Видах переохлаждения, ну, признаки переохлаждения, то есть виды переохлаждения, это такого понятия нет. Есть степени переохлаждения, да, вот. Все, что ниже 34 градусов, как я уже говорил, это есть переохлаждение. Если делить по градациям, да, то ниже 34 и до 32 – это самая легкая первая степень переохлаждения. То есть здесь минимальные нарушения в организме, бледность кожных покровов. Если визуально увидеть такого человека, да, он будет бледный, немножко синюшный, участки будут гусиной кожи, все знают, как это выглядит, да. Ну, в принципе, и все. То есть еще никаких изменений не будет более тяжелых. Если уже говорить о второй степени переохлаждения, то здесь температура уже ниже 32 до 29, где-то так, в разных источниках по-разному. Ну, если человека такого на улице да увидеть, мы же температуру ему мерять не будем. То есть здесь уже возможны нарушения со стороны дыхания. То есть здесь уменьшение и ритма, и сердечно-сосудистых сокращений, пульс меньше, количество ударов, меньше число вдохов, то есть дыхание поверхностное более встает, и уже возможны какие-то затруднения, то есть заторможенность, потому что из-за гипоксии малое число вдохов, мало кислорода в крови, уже идет какие-то... Это мы говорим о второй стадии. Третья степень – это уже тяжелые последствия, когда идет угнетение деятельности нервной системы, когда человек, ну, практически коматозное состояние. То есть тут уже... Конечно же. Скажите, пожалуйста, как долго может человек пребывать на холоде? И какие, вот знаете, вот наши внутренние потенциальные возможности, резервы для того, чтобы быть какое-то время на морозе и не быть в состоянии переохлаждения? Ну, опять-таки, в разных источниках по-разному, но в основном средняя продолжительность пребывания человека на холоде, на морозе до 20 минут. То есть от 15 до 20 – это, в принципе, если это, ну, не будем говорить о минус 50, да, то наши морозы, которые максимум плюс 20 бывают, ну, бывает и больше, конечно, то до 20 минут.
То есть, в принципе, это человек должен, если у него, опять-таки, нет каких-то сопутствующих патологий, да, если мы говорим о здоровом человеке, то до 20 минут, и потом нужно снова в тепло, и последствий для организма не должно быть никаких. И он должен двигаться, наверное, или это можно стоять на месте? Нет, ну вообще нахождение на морозе. Пребывание, да. При таких вот температурных показателях. Итак, давайте говорить о самом главном. Первая помощь человеку, если вот он оказался в такой ситуации. И мы говорим для широкой аудитории, потому что, в принципе, каждый из нас может оказаться в такой ситуации. Конечно же, юг это само понятие говорит о том, что здесь тепло, однако это не говорит о том, что мы не можем получить обморожение. Тем более, что вот-вот у нас грядут такие вот моменты похолодания. Обморожение и похолодание, тут немножко надо дифференцировать, это разные немного понятия, то есть они могут быть не взаимосвязаны между Понятно, собой. Да. То есть если говорить об обморожении, это какое-то локальное, специфическое поражение кожи, да, части какого-то организма под воздействием мороза. И переохлаждение – это уже система, то есть весь организм страдает. Ну, первая помощь какая при обморожениях? Если это случилось с вами, если это случилось с кем-то, да, первая помощь, конечно же, надо человека согреть. То есть увести его с холодной улицы, да, в какое-то теплое помещение, снять с него замерзшую одежду, если она мокрая, тоже, конечно же, снять одежду в первую очередь, и согреть человека. То есть это первое, что... Но интенсивно согревать человека тоже не нужно. То есть сразу там горячие ванны – это противопоказано. То есть согревание должно быть плавным. Горячее питье обильное, пища горячая. Если есть обморожение конечности, зачастую страдают у нас руки, ноги, то есть открытые участки тела. Уши, нос. Да, щеки, все, что вот открыто, первым делом страдает. Ну и периферия. Периферическое кровообращение у нас самое скудное, то есть объем крови там циркулирующий маленький. И в первую очередь оно страдает. Плюс на холоде, на морозе первая реакция организма, он пытается согреть себя. И как бы первым делом согреваются жизненно важные органы, да, и кровь на периферию не поступает за счет спазма сосудов. То есть в первую помощь должно входить то, что нам нужно восстановить кровоснабжение на периферии. То есть, расслабиться в какой-то степени. Расслабить, да, человека. И тут, конечно же, это могут быть чаи различные, расслабляющие, мята, мельница. Не горячие, теплые просто. Не горячие, да. Теплое, но обильное питье. Это могут быть спазмолитики, то есть банальные, которые есть у всех дома, это ножпа, папаверин, таблетки, то есть чтобы снять спазм, ведь он зачастую не контролируется головой человека, то есть если он сам попытается расслабиться, ничего от этого не получится, да, здесь надо именно… Со стороны помощи. Да, вот. Если это уже какие-то более тяжелые случаи обморожения, тогда вторая, третья, четвертая степень, то здесь, конечно, нужно обратиться к врачу, и чтобы, во-первых, поставили диагноз правильно, и тогда уже окажут правильную медицинскую помощь. Самодеятельность в тяжелых случаях, она приводит к достаточно плохим и зачастую летальным исходам. То есть контролировать надо ситуацию и отдавать отчет, что происходит. Давайте вот поговорим и об этом. Вот, например, человек долго пребывал на улице. Мы, например, стоим на остановке, ждем транспорт городской, и вот как-то затянулась ситуация долго. Может ли человек понимать, что вот-вот наступает обморожение, и что я могу что-то сделать в данный момент для того, чтобы помочь самому себе? Ну, человек, прежде всего, чувствует, если… Замерз. Это общее состояние, замерз, я просто замерз. Да, ну, многие начинают танцевать, да, двигаться, то есть активное движение, разгонять кровь в организме, это, конечно же, от этого никуда не денешься, и это надо делать.
Не стоим на месте, мы ходим по остановке. Нет, да, пусть, да, как бы это глупо не выглядело со стороны, это может спасти здоровье. Да, двигаться, растирание, потирание руками, если холодно в ноги, присесть, растирать ноги, то есть, ну, активное движение, разогнать кровь в организме. Ну, из того, что он может себе на остановке, да, человек помочь, вот это единственное, наверное, что... Ну и прятаться, конечно же. То, что, например, ноги замерзли и начинает покалывание, это уже наступает обморожение или это просто вот это состояние физическое, что человек замерз? Ну, это уже, то есть... Предвестники. Предвестники этого, да. То есть при обморожении, как бы... Периферические нервы, которые, да, окончания, они нервные, находятся в коже, по всему организму. То есть это говорит о том, что уже воздействие идет на них. Сигнализирует уже, да? Да, то есть уже идет как бы промерзание, постепенно кожа промерзает. Это уже первые предвестники того, что что-то не так, и нужно принимать какие-то меры. Когда мы пришли домой после переохлаждения, как быстро надо вот это состояние разогрева, как долго мы привыкаем к нормальной температуре? Потому что мы заходим в теплое помещение и сразу просто к батарее, там, к источнику тепла, и хочется сразу же согреться. Ну, если мы пришли домой, да, и почувствовали такое вот, есть жжение, покалывание, какие-то болезненные ощущения, можно сделать, если, то есть это первая степень, мы говорим, да, обморожение, которое самое легкое, и она у всех, наверное, была, все в детстве это чувствовали, когда прибегали домой с обмерзшими пальцами, да. Это самая легкая степень, здесь человеку не нужна какая-то дополнительная помощь, то есть здесь прийти домой, раздеться, растереть руки, легкие массажи здесь допустимы, потому что нет еще поражения кожи, да. Если уже говорить о второй степени, то есть когда появляются волдыри, то здесь, понятное дело, никакого растирания, оно недопустимо, потому что это уже травма идет механическая, и как следствие может быть попадение инфекции и осложнения более тяжелые. Вы знаете, праздники, как правило, у нас вот славянская душа широкая, принято согреваться алкогольными напитками, тем более сам Бог велел праздники, да? Давайте говорить, чем это опасно, потому что именно в такие периоды возможны не очень приятные последствия нашего согрева. Да, душа Божия свята. Так. Да, ну... Я не помню, говорил или нет, группу риска так, входят, говорили, конечно, да, люди, которые употребляют алкоголь, и большинство, вот именно в зимний период, в праздничные дни, обращение в приемные покои больниц, это, конечно же, люди в состоянии алкогольного опьянения. Почему это так? Потому что человек в состоянии алкогольного опьянения, во-первых, он теряет самоконтроль. Увеличивается болевой порог. То есть те ощущения, которые человек в нормальном сознании, да, он почувствует то же покалывание, то же жжение в руках. Человек в состоянии алкогольного опьянения, он этого не почувствует. То есть он уже пропускает первую стадию, да. И за счет того, что алкоголь влияет на сосуды, они расширяются, усиливается отток крови к периферии, да, организм быстрее остывает. То есть человек не чувствует этого, но он остывает, быстрее теряет тепло свое, и возможны тяжелые случаи переохлаждения и обморожения именно за счет этого. Ну и плюс просыпается во всех внутренний герой, наверное, то есть... Даже если он начинает что-то осознавать, но с помутнением сознания, да, он не препятствует никак этому. Поэтому вот именно в состоянии алкогольного опьянения большинство случаев, у которых даже тяжелые ампутации и возможный летальный исход. Так, давайте сейчас будем говорить, что делать в таких ситуациях, потому что на самом деле где-то вот так получилось, что упал, или стало плохо, или вот состояние алкогольного опьянения. Люди, которые проходящие мимо, как понять, что человек вот в данной ситуации, что ему можно самое первое в качестве оказания помощи, потому что чаще всего
Понимаете, мы какие-то выводы делаем, вот, ну, напился он, какие-то моменты осуждения, но тем не менее мы должны помочь. Даже если это вот так получается, что мы мимо проходим, и человек вот в этом состоянии, его в теплое помещение отвезти или его напоить в этот момент, как-то его привести в себя, как помочь? Ну, конечно же, нужно не оставаться в стороне, да. Если есть такая ситуация, идя по улице, увидели лежащего человека, ну... Говорим, а, он пьяный, пошли дальше. Ну, это у нас так, да, в основном народ ведет себя так. В странах Европы такого нету, потому что, ну, люди как бы там более, даже туристам нашим приезжающим, они, что-то случилось, все подбегают, пытаются помочь. У нас, ну... Видимо, не такой менталитет. У нас тоже так будет скоро, да. Надеемся, да. Ну, конечно, не надо оставаться в стороне. То есть, если человек упал, ну, он лежит, допустим, мы видим такую картину, с ним могло произойти что угодно. То есть, здесь помочь, конечно же, подойти, поинтересоваться, даже если он пьяный, но все равно, если на улице холодно, да, снег, ну, попытаться поднять этого человека. Для начала хотя бы попытаться поднять, если это какое-то людное место, есть рядом какой-то магазин, я не знаю, хотя бы подъезд какой-то, попытаться перетащить его туда, все равно температура в том же подъезде будет теплее, чем на открытом воздухе, да. Ну, если человек в бессознательном состоянии, то здесь, конечно же, лучше не заниматься самодеятельностью, вызвать скорую помощь, приедут и разберутся, уже решат, что с ним делать дальше. В любом случае, он не останется на улице. Я знаю, что работают социальные службы в эти дни, даже в праздничные дни, работают палатки специально вот для таких вот случаев, когда, например, на отдаленном расстоянии человек передвигается, можно зайти там и выпить горячего чая, можно что-то перекусить, потому что в Николаеве это есть, в Парке Победы я вот видела неоднократно такие палатки, МЧС, такие вот сооружения делают специально в помощь. Ну и тем не менее, каждый из нас должен быть настороже. Давайте поговорим о типичных ошибках, вот с чем сталкивается человек, который, в общем, как бы сам себе хочет помочь или человеку, который нуждается в помощи, но он делает это неправильно. Ну, типичным ошибкам в таких случаях можно отнести, то есть попытки, когда обморозили, допустим, какую-то часть тела, попытки растереть ее, допустим, даже снегом. Вот это в первую очередь, да. Чаще всего. Этого делать категорически нельзя, потому что снег, он имеет кристаллы, то есть он механическое повреждение кожи идет во время растирания. Даже если там не было тех же волдырей, да, при обморожении, это первая стадия, то все равно будет механическое повреждение. Ну и сам снег, он не есть стерильный, да. Какое-то заражение, какая-то инфекция может попасть. То есть, пытаясь сделать лучше, сделали только хуже, занесли инфекцию, и кожа уже поражена была термическим фактором, да, то есть и плюс инфекция, это может привести к плохим последствиям. Массажи тоже нежелательно делать, опять-таки, если не может человек дифференцировать, какая-то стадия, да. Легкий массаж, он допустим при самой легкой степени обморожения, когда можно... То есть это можно... бледность покрова в коже, бледность, да, да, синюшность, угу. Когда нет еще никаких других изменений, то есть тогда допустим, но тоже массаж в меру должен быть, легкое потирание, да. Но при других стадиях этого нельзя делать. То есть лучше вообще не делать в данном случае ничего. Чтобы не навредить. Да, чтобы не навредить, не сделать хуже. Что еще? Пытаются согреть очень интенсивно. То есть грелки ложат на грудь, на ноги. Этого тоже делать нельзя. Или же ноги пытаются поместить в горячую, руки, ноги в горячую воду. Этого тоже нельзя делать. Если... это переохлаждение легкое, то ванны
не горячие. Ванна, стартовая температура должна быть 24 градуса, то есть и постепенно поднимая уже до нормальной температуры тела. Но опять-таки это должно быть под контролем Я думаю, что это если взрослый человек, то он, собственно говоря, сам должен корректировать, да, температуру, да. Исходя из своих собственных ощущений. Спасибо большое вам за ваши рекомендации. Мы встречаемся буквально вот еще, наверное, неделя и праздники на самом деле. Ваши пожелания для наших зрителей? Хочется пожелать хороших праздников, в первую очередь, здоровья крепкого, всего наилучшего. Ну и, наверное, то, что актуально в нашей стране сейчас, это мирного неба над головой. Да. И стабильности. И стабильности. Ігоре Михайловичу, дуже дякую вам за цю зустріч. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, вашим пацієнтам. Нехай всі будуть здорові і щасливі в нашій славній Україні. Дуже дякую. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. І залишайтеся надалі на хвилі телеканалу «Миколаїв».